Приветствую вас. Мы продолжаем наш эфир. Мы в прямом эфире. Это Черноморская телерадиокомпания, в студии Катерина Некреч. Александра Янковского вы сегодня здесь не увидите. На этой неделе его не будет. И вот мы с коллегами проводим эти эфиры, потому что событий, конечно же, каждый день все больше. И разбираться в них надо. Именно поэтому мы пригласили сейчас в нашу студию политолога Анну Малкину. Здравствуйте. Здравствуйте. И спасибо, что в этот снежный в Киеве вечер вы приехали к нам. Ну и начнем вот что. Украина на самом деле ждет в ожидании визита вице-президента США Байдена. И вот буквально через неделю он должен приехать в Киев. Что Джо Байден скажет украинским политикам и представителям украинской власти, да, и он, знаете, как ревизор, возможно, приедет. Вот, по вашему мнению, Анна, чего ожидать и с чем связан этот визит? Этот визит можно связывать с несколькими позициями, которые, во-первых, являются внутриполитическими, и также значительную часть занимают проблемы, вопросы внешнеполитического характера. Начнем с внутренних проблем. Первое, конечно же, этот визит будет связан с общением с нашими политиками на тему того, что же все-таки было сделано за год каденции, во-первых, парламента. Мы как раз, скажем так, отпраздновали, да, недавно год работы нашего парламента, избранного на досрочных выборах, а также год фактически работы правительства. На сегодняшний день кабинет министров, его существование, работа вот в таком формате и в таком персональном составе находится под серьезной угрозой. И, соответственно, вот эти вот вопросы, то есть отчет о проделанной работе, он будет предметом обсуждения между Байденом и первыми лицами нашего государства. По сути, да, результатов каких-то существенных нету, и будет поставлен вопрос о переформатировании, вероятно, состава правительства прежде всего. Второй вопрос связан с внешним вектором развития нашей страны, потому что за последний месяц очень серьезно изменилась конфигурация союзничества на западном направлении. Да? То есть террористические акты в Париже, которые очень стали такими знаковыми и резонансными, а также сбитый самолет российский, а также активизация деятельности Исламского государства и так далее, они создали, все это создало условия, которые позволили постепенно попытаться выйти из изоляции такой России, да, и сегодня вопрос о том, как именно будет рассматриваться Украина вот в изменившейся этой геополитической шахматной доске, это все тоже станет предметом обсуждений, потому что Байден в данном случае является переговорщиком, который представляет Запад. Он не чисто Запад, как представляет, ну, будет представлять Запад и представляет Запад как союз Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Все-таки Соединенные Штаты, они достаточно самостоятельный игрок, да. Но в целом позицию будет он озвучивать общую для вот всех западных, я имею в виду, в цивилизационном плане стран. По сути, будет, вероятно, идти речь о том, что Украина должна будет в этом вот раскладе немножко изменить, вероятно, свою политику. Ну, как вы верно обозначили, что после терактов в Париже, да, на самом деле многие украинские эксперты говорили о том, что вот теперь вопрос украинский отошел на второй план, а Россия укрепилась в статусе союзника таких лидеров, да. Но на самом деле произошел этот конфликт, эта ситуация с Турцией, и сегодня было заявление Барака Обамы, он просил представителей, да, глав двух государств как-то вот, значит, умерить пыл и наладить отношения, поскольку нужно иметь консолидацию против главного врага ИГИЛ, вот все силы собрать. Вот учитывая этот контекст, стоит ли прогнозировать, вот как вы прогнозируете эту ситуацию? Действительно ли этот главный враг, как обозначил президент Соединенных Штатов Америки, ИГИЛ, да, смогут другие лидеры, вот несмотря на какие-то конфликты вот такие, да, и разбирательства, потому что конфликт Турции-России зашел уже очень далеко, учитывая санкции. Ну вот чего ждать в таком контексте? Как-то
Сможет ли Соединенные Штаты Америки действительно в эту ситуацию, ну, прислушаться ли к ним, скорее всего, прислушаться ли к словам Барака Обамы? Дело в том, что наличие некоего общего врага, которым сегодня является исламское государство, действительно способно создать условия, при которых станет возможным сотрудничество России, там, Соединенных Штатов, станет возможным некое примирение между Россией и Турцией. И, скорее всего, с большой долей вероятности, все-таки главы двух государств, которые, нужно отметить, оба склонны к авторитаризму, мягко говоря, да, они все-таки прислушиваются к этим словам. Почему? Потому что конфронтация жесткая еще и на этом направлении сейчас никому не нужна, включая Россию. Да, потому что если мы посмотрим по санкциям, которые Россия ввела по отношению к Турции, то если вот в первые несколько дней реакция была очень эмоциональная, причем как у официальных, среди официальных лиц, так и среди общественности российской, то по результатам уже каких-то более взвешенных обсуждений и раздумий санкции введены, ну там, к примеру, только на ограничение ввоза фруктов, овощей, но эти ограничения касаются, к примеру, товаров там, ну, народного потребления, то есть не продуктовых, да, и, ну, в принципе, собственно говоря, это все, да, эти санкции очень маленькие по сравнению с теми, которые могли быть. А теперь дальше. Конечно же, могут объединиться вот государства эти все против борьбы с исламским государством, с терроризмом, как неким таким общим злом всемирным, но проблема заключается в том, что в формате данной коалиции Россия и США, к примеру, имеют разные интересы. То есть мы достаточно посмотреть, кого поддерживают в сирийском конфликте российская сторона и кого поддерживает альянс НАТО. То есть вот разнонаправленность интересов в регионах Ближнего Восхода, Востока, она, опять же таки, не даст, наверное, данному сотрудничеству быть более конструктивным. Но здесь мы, опять же таки, должны учитывать интересы еще и Евросоюза, который все-таки достаточно, ну, автономен, независим, потому что у Европы, у таких стран-локомотивов Европейского Союза, таких как Германия, таких как Франция, существуют очень давние, очень тесные экономические взаимоотношения с Российской Федерацией. Они склонны поддерживать их именно исходя из экономической мотивации. В общем-то, вот этот клубок взаимных, скажем так, зависимостей, взаимных интересов и взаимных противоречий, он не даст данному союзу, мне кажется, быть длительным. То есть на моменте, опять же таки, нужно понимать, что очень большая часть политики, особенно международной, она является латентной, то есть спрятанной от нас с вами, да, и даже от политиков, субъектов политики официальных. И договоренности, которые будут демонстрироваться в средствах массовой информации, могут очень серьезно расходиться с реальными договоренностями, которые будут заключены. Но, собственно говоря, будет происходить все то, что происходит в там, контексте минских договоренностей, которые касаются урегулирования отношений в нашей стране, конфликта в нашей стране. А вот интересно, на встрече с Джо Байденом будет ли звучать вопрос, как пример, да, вот Николай Мартыненко, народный депутат от Народного фронта, который заявил вчера в эфире «Свобода слова» на СТВ о том, что, собственно, да, складывает свои полномочия депутатские и отказывается от депутатского иммунитета из-за коррупционного такого скандала. Я приймаю рішення про складання депутатських повноважень. Це перше питання. І таким чином добровільно відмовляюсь від депутатського імунітету. На цей час. Таким чином, я прошу і звертаюсь з цієї трибуни до голови Верховної Ради, до регламентного комітету, до членів коаліції, до всіх депутатів, щоб це рішення було проголосовано вже на наступному сесійному тижні. Щоб не гратися, чи буде 226, чи не буде 226. Буде 226, я сам над цим буду працювати. Розуміючи всі ці речі, можу сказати наступне, що період дискредитації подібний я вже проходив. Проходив його в 2005 році. І хочу нагадати, що тоді так званий корупційний скандал, до якого
приплели Порошенка, зокрема Мартиненка і Третьякова, нічим не закінчився. Я подав в суд до пана Зінченко, який озвучував цей скандал, і виграв цей суд. Тому я зараз роблю те, що можу зробити в цій політичній ситуації, тому що тоді той корупційний скандал, якщо ви пам'ятаєте, він відкрив пряму дорогу Януковичу до влади знову і до президентства. Я не хочу про повернення до минулого, і оскільки в моїх силах зробити тільки те, що я сказав, скласти депутатські повноваження, я це роблю. Ну, вот тут несколько таких моментов. Во-первых, все-таки год действия вот этой вот Верховной Рады 8-го созыва и несколько случаев того, как вкладывают полномочия народные депутаты после скандалов, смс-ок, переписок, ну, в общем, из-за всякого, они все-таки есть. И примеры есть, хотя хотелось бы больше, потому что скандалов на самом деле и претензии к некоторым народным депутатам, они есть, есть журналистские расследования, но, собственно, есть, что есть. Вот как вы думаете, эта тенденция, это личное решение господина Мартыненко или эта фракция сказала, что уж надо что-то с этим делать, да, чтобы дальше это не заходило и какой-то Сергей Лещенко еще чего-нибудь не написал, не опубликовал. Давай будем заминать это все. Уходишь, придет следующий. Тут можно, к сожалению, я не знаю наверняка, как это происходило, но вот даже по чисто внутренним ощущениям после просмотра «Свободы слова» у меня лично не возникло ощущения, что решение это было принято вот на моменте, да, во время там эфира, человек шел на эфир, уже сознательно зная, что он будет говорить. И здесь есть два варианта. Безусловно, многие сейчас говорят о том, что добровольный отказ господина Мартыненко от депутатского мандата является вот попыткой Народного фронта скинуть негативный балласт, потому что претензий к Народному фронту очень много, потому что, ну, премьер-министр, собственно говоря, от Народного фронта, члены правительства, фракция самая, по сути, многочисленная в парламенте, и, соответственно, нужно избавиться от негатива. Поэтому, ну, как говорят, да, была дана команда, чтобы вот продемонстрировать такую европейскую практику добровольного сложения своих полномочий в связи с коррупционным скандалом. С одной стороны, это очень позитивный, конечно же, показатель, индикатор. В Европе так принято. Но, к сожалению, у нас это вот такие вот действия, они носят скорее показательный характер. Более того, можно говорить все, что угодно, на ток-шоу. Это очень красиво звучит, это может нравиться людям, но теперь же необходимо, чтобы был результат, потому что не просто надо заявить, да, написать заявление о сложении своих полномочий, о сложении мандата, нужно еще, чтобы Верховная Рада за это проголосовала. Как она будет голосовать, никто не знает. 226 голосов достаточно много, тем более в сложившейся ситуации, когда, по сути, и в блоке Петра Порошенко раскол, и в блоке между блоком Петра Порошенко Народным фронтом не все очень хорошо, и в принципе в парламенте мы наблюдаем фрагментацию политического поля и, собственно говоря, коалиции, на которой в своей работе опирается кабинет министров. Поэтому здесь есть два варианта. На самом деле у господина Мартыненко ситуация достаточно сложная. Если он сложит полномочия и останется без вот этой депутатской неприкосновенности, возникает вопрос, что делать? Или идти под суд в Украине, или уезжать в Европу, там заведено уголовное дело, и в более жесткой форме проходить очень неприятную процедуру, да, или пополнить, скажем так, состав нашей политической, экс-политической элиты в Российской Федерации. Я думаю, что ни один, ни второй, ни третий вариант его не устраивает, поэтому с большой долей вероятности есть определенные договоренности, которые не позволят довести это дело до конца. То есть не будет просто банально голоса. Ну, признания мы не услышали никакого, да, и да. Согласие с этими обвинениями, просто вот такое решение принято уйти с политической арены в этот момент. Ну, будем действительно наблюдать, потому что заявление вы очень верно отметили, что сказанное, тем более в телевизионном эфире, это не значит, что сделано. К сожалению, политики очень часто могут что-то или обещать, да, или там прогнозировать, но вот на практике получается не так. Еще такое важное событие этой недели в журналистских кругах, в редакции, знаете, такая печаль немного, потому что вот господин Холодницкий, Назар Холодницкий, это первый заместитель в прошлом прокурора Автономной Республики Крыма города Севастополя. И вот его назначили антикоррупционным прокурором. И, собственно, это торжественное событие произошло сегодня. Ну вот ваше отношение
к этому шагу, да, потому что человек, скажем так, новый, в принципе, претензий нет никаких, и можно, наверное, отметить плюсы в работе вот на своей предыдущей должности. Во всяком случае, скажем так, контакт с журналистами был налажен, можно было в любой момент взять комментарий, и были возбуждены дела против крымских депутатов, в том числе, которые голосовали за аннексию Крыма. Но вот такой момент к вам. Важно ли, кто возглавит такой орган? Возможно ли сегодня действительно эффективная работа антикоррупционного ведомства? Вы знаете, нам пока еще, вот, по моему глубокому убеждению, наладить работу такого ведомства можно. Более того, очень, вот, крайне сейчас важно сделать так, чтобы данный орган был все-таки выведен из-под влияния исполнительной власти, да, чтобы он действительно был независимым, самостоятельным и начал делать какую-то конкретную работу, потому что вот, очень важно, что мы все боремся с коррупцией, да, это самый модный у нас политический трендовый лозунг, но, наверное, нужно сделать, не бороться с коррупцией, нужно сделать так, чтобы не было условий для коррупции, возможностей для коррупции. И вот это вот бюро, оно способно данные вещи в том числе осуществлять. А что касается вот конкретно этого назначения, ну, было две кандидатуры, и очень пристальное к ним было внимание. А здесь много говорили о профессионализме, там непрофессионализме, каких-то качествах и так далее. Вот, опять же таки, стоит отметить, что если говорить о данной должности, то очень важно, чтобы человек, назначенный на эту должность, имел моральный стержень, внутренний моральный стержень. Да? И это намного в данном случае важнее, нежели какие-то профессиональные качества. Потому что этот человек должен быть, такой человек, который будет способен противостоять и давлению очень жесткому, и соблазнам, которые тоже будут, и многому другому, что сопутствует работе на таких должностях. Так вот, конечно же, к обеим кандидатурам, в общем-то, особых претензий не было. Назначенное лицо действительно продемонстрировало, скажем так, свою лояльность по отношению и к украинской власти, и к Украине, да, как к своей стране. Но мне, например, более импонировала бы кандидатура вторая кандидатура, к сожалению, забыла фамилию этого человека, который на самом деле имеет опыт работы в прокуратуре, и это человек, который пошел добровольцем в зону АТО, прослужил, если я не ошибаюсь, как раз-таки он был киборгом вот Донецкого аэропорта, то есть в самых горячих точках несколько сроков ротации, он без ротации Максим он пробыл. Максим Крещук. Да, Максим Крещук, да. И вот мне кажется, что вот этот, скажем так, чисто человеческий поступок, как для меня, он вот все-таки является более показательным для того, чтобы, то есть показательным с точки зрения наличия вот того стержня, о котором я сказала. Ну, это вот чисто такое мое внешнее. Должность антикоррупционный прокурор, да, и, собственно, назначил на эту должность Холодницкого Виктор Шокин, против которого уже очень много разного звучало и от активистов, от депутатов. Но вот недовольны многие, на самом деле, работой генерального прокурора Украины. Ну, вот как, может ли один человек с таким стержнем, да, как вы описываете, действительно сделать свою работу на 100%, чтобы что-то удалось? Потому что если он один попадает в среду, где ему все палки в колеса ставят, ну... Я думаю, что вот сегодня, конкретно в сегодняшних условиях, это возможно. И помогать в этом могут журналисты, общественность. Вот у нас недавно был скандал, который закончился тоже достаточно неожиданно с господином Паскалом, да, который был назначен заместителем главы национальной полиции. Это назначение вызвало огромнейший резонанс, сопротивление со стороны общественности, да, потому что человек, в общем-то, так или иначе был причастен, не был причастен, пока в судебном порядке это не доказано, но, как говорят, да, участники Майдана был причастен к расследованиям, к репрессиям против там автомайдановцев и так далее. То есть вот общественный резонанс и широкое давление структур гражданского
общества. А что они позволили сделать? Они позволили сделать то, что ну, человек добровольно, да, он написал, ну, не добровольно, под давлением, но он написал добровольное прошение об отставке, да, то есть он подал в отставку, хотя имел поддержку министра внутренних дел Авакова. То есть вот этот человек со стержнем в кооперации, в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации, имею в виду не карманными, а самостоятельными, более-менее независимыми и структурами гражданского общества, способен сделать большую работу. Анна, ну я должна еще спросить о так называемой блокаде Крыма, которая из продуктовой плавно перешла в энергетическую. Уже есть заявление от ее такого самого большого активиста, наверное, Ленура Ислямова, да, о том, что и через морской путь тоже блокада будет объявлена, Керченскую переправу. Как-то еще непонятно как. Эксперты не могут объяснить, каким образом это можно сделать. Но и там может быть блокада. Но вот вместе с этим на самом деле в Крыму ухудшается ситуация с правами человека, потому что требования-то активистов состоят в том, чтобы отпустили политических заключенных. Но вот активист Украинского культурного центра Вильдар Шукуджиев, он, значит, считает возобновившиеся в Крыму обыски и допросы со стороны силовых структур новым витком репрессий в отношении крымских татар. Вот в ночь на 25 ноября Шукуджиев был задержан российскими пограничниками на админгранице с полуостровом, и его несколько часов допрашивали, и потом отпустили. Это такие постоянные истории, очень привычные, к сожалению, реалии для крымчан. Вот небольшое видео посмотрим, потом вернемся к обсуждению. Да, однозначно, это новый виток репрессий против крымских татар, я считаю, против всех тех людей, которые считают, действующая власть, так называемая, считает свободными людьми. Свободными по духу, свободными по мыслям, свободными по сердцу, свободными по своим действиям. Само собой, действующая власть, она абсолютно не демократична, она абсолютно настроена на то, чтобы карать, репрессировать таких граждан, как я, и всех и других несогласных. Но виток репрессий связан однозначно с тем, что людей, местное население Крыма, нужно чем-то отвлечь, чем-то надо развеселить, чем-то надо забавлять. Ну и почему бы не найти новых врагов в моем лице и в сотне других крымских татар? Было интервью Ленура Ислямова и интервью «Открытой России». И, значит, цитирую, стадий у нас несколько, как и объявляли. Сначала у нас идет продовольственная блокада, мы ее сделали. Дальше идет блокада энергетическая, мы ее тоже сделали. Значит, дальше идет блокада морская. К ней сейчас мы будем приступать. Когда говорил Мустафа Джамилев, что нужно выключить свет, нужно его выключать. Поэтому серьезно относитесь к его словам. Вот ситуация очень сложная, потому что позиция украинской власти вообще непонятна по этому поводу, да, но на самом деле мы же начали с того, что наши западные партнеры приедут проверять, что за год сделали, и тут вот такая история. Как вы думаете, вот вообще вы поддерживаете в первую очередь блокаду, какой бы ни была, энергетическая, продуктовая, теперь еще морская? Вы знаете, ну, лично я поддерживаю. Я как гражданин Украины, патриот Украины и так далее, очень положительно к этому отношусь, но отношусь, сейчас объясню свою позицию. Почему? Потому что, вероятно, она не имеет поддержки в определенной части населения. Дело в том, что в Украине, когда мы обращаемся за помощью военной к западным странам, очень многие говорят, что, вы знаете, никто за вас бороться за свой суверенитет не будет. Вы должны это сделать сами. И в этом есть очень большая истина. Вот на сегодняшний день пример с Крымом – это демонстрация борьбы за свою землю и за свою родину со стороны крымских татар. То есть, поняв, что за два года никто не будет пытаться, ну, я имею в виду, никто, имеется в виду официальной власти Украины, никто не будет пытаться вернуть Крым, да, они сделали самостоятельно то, что они сделали. Теперь какие последствия? Ну, инициировали, да, и при поддержке, скажем так, симпатизирующей общественности, они это сделали. Теперь что будет дальше? На самом деле, касательно вот приезда, да, того же Байдена и отчета по поводу блокады Крыма, здесь у украинских власти очень удобная позиция. Мы ничего не можем сделать. У нас есть гражданское общество, вот люди, вот они считают вот так, и мы не можем их разгонять, там, используя силовые методы или что-то еще, да. Это позиция нашего народа, который
является единственным суверенитетом нашей власти, да, что черным по белому написано в 5-й статье Конституции Украины. Поэтому оправдание для властей, скажем так, у наших политиков перед западными партнерами есть. Что касается вот самой этой блокады, да, самой вот этой вот всей ситуации с энергетикой, возникает, например, один вопрос у многих, я думаю, граждан Украины. Почему Украина не сделала этого, вот, да, не отключила рубильником, грубо говоря, электроэнергию тогда, когда осуществлялась аннексия Крыма? Это же могло бы существенно помочь, наверное, где-то даже предотвратить данную ситуацию. Почему уже год, больше года, да, или год уже, мы поставляем по достаточно невысоким ценам электроэнергию в Крымский федеральный округ? Это та формулировка, которая записана в договоре на основании государственном договоре, подписанном кабинетом министром, на основании которого осуществляется поставка энергии. Ну что этого? Это же я просто помню, что примерно год назад вот эта формулировка, этот договор появился в интернете. Кто-то пытался... Там ситуация такая, что премьер-министр, значит, сказал, что нужно делать расследование. Вот недавнее заявление господина Демчишина о том, что это выгодно на самом деле, и называл цифры, которые Украина получила таким образом. А тут вот вопрос, что, как быть, потому что на самом деле крымчан разделила эта вся история, потому что кто-то сидит без света и говорит, что да, так надо, давно надо было так делать, а кто-то сидит без света и очень сильно обижен на действия у сограждан украинцев, на действия гражданских активистов и на Украину как государство, которое так себя ведет. Ну вот, удастся ли, такой последний мой вопрос, добиться чего? Добиться этих требований, которые гражданские активисты выдвинули? Пойдет ли на уступки Российская Федерация и так называемая власть Крыма? Ну, это зависит от того, опять же таки, насколько поддержит политику активистов официальные наши структуры государственные. Потому что все зависит от того, каких мы хотим добиться целей. Если мы хотим Крым вернуть, то есть прежде всего нужно перестать себе лгать, самим себе. Если мы до сих пор называем Крым тимчасово оккупованную территорию, да, то это одна ситуация. Если мы признаем, что Крым это территория Российской Федерации, то тогда обмен ресурсами, в том числе электроэнергии, там, товарами народного потребления, продуктами и так далее, должен осуществляться на основе рыночной экономики и по рыночным ценам. Нам же Россия не продает газ по льготным каким-то ценам, да, мы на основе рыночных законов, рыночных цен закупаем газ и так далее. То есть нужно в принципе определиться с тем, чей Крым, да, и, соответственно, определяться, чей Крым, это задача представителей официальных. Ну да, Крым наш, риторический вопрос, это вопрос политической воли на самом деле, и определяться с этим будут, скажем так, это будет результат, наверное, какого-то должен быть диалога между и активистами, да, и официальными представителями властей. Спасибо большое за то, что к нам пришли, Анна Малкина в нашем эфире. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся.